господа, всем здравствуйте. Это вторая серия, это метро Last Light, и мы по-прежнему продолжаем раньше погружаться это сюда было с ушами. Делом, а сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. Да, а это точно. А вообще будут думать, что это все боги создали. Наверное. Будут думать. Это станция секрета метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. Вы тут не за этим. Офигенно, смотрите, как едет монорельс. По одной рельсе не просто. Путешествует такое метро. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так, фонарями, а как фонарями пользоваться? Так, готов? О, ну как по всех играх, F-фонарик. Осторожно, двери закрываю. Ооо. Друзья, осторожно, дверь закрывается. Следующая станция. Кстати, Артём, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали. Ракеты на рассадник черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. Пух, пух. Я крысу убил. Опа, там что-то слышал? Слышала. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота, забыл... я держу проход. Странная ты какая-то. Ладно, держу, открываю. Молодец, справился. А, я умничка, правда? Так, что дальше-то? Давай, я тебя прикрываю, прикрываю. Тут все чисто. Выдвигаемся. Я тебя прикрываю. Блин, ты в таком костюме, я не знаю, не могла одеть чуть получше. Тут твою жопу даже не видно. Опа, это так, кто такой? По плану впереди вход в коллектор. Нифига себе. Так, понял, что дальше? Иди вперед, я за тобой. Как скажешь, женщина. И сама вперед пошла. Давай направо, слева тупик. Что-то их спугнуло, будь начеку. И что там у нас? Что это такое? О, это что было? Зараза, вот это скорость. Я хотел ее убить. Думаю, тут ничего серьезного не будет. Окай. Лестница. Смотри, осталось совсем чуть-чуть. Красиво-то как, да? Или кто? Паутина. О, паучата, смотрите. Такие паучата и такую паутину. Ничего себе. Надевай противогаз. Как это? Как G противогаз. Ага. Есть, одели. О. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Почему она нас кроликом, друзья? Вот кто знает, почему она Артём называет кроликом, мне очень это интересно. А куда мне еще пялиться, если передо мной только твоя задница? Оу. Помоги-ка. Сейчас мужик сделает. Вот так вот. Вау, твою мать, а чё, ВДНХ, что ли? Да не может быть. Двигаемся к главному входу. Офигеть. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Чё, куда мне идти? Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идёшь вперёд, ищешь тварь. Ух ты, ветер пошёл. Эй, ветер, ветер, я бежать не могу. Какого хрена я нифига не вижу так, чтобы протереть? О! Это я видел, что можно протирать свои. Вот это классно сделали, классно. Ладно, удачи. Так, а чё? Ты чё, типа это? Нифига, вы только на это взгляните. Эта аудитора просто отдыхает. Ладно. А чё нам? Убалдеть, это реально, это же Останкинская башня? О, ёпта, это ещё что? Слушайте, а как понять, куда как идти? Меня это не научили ещё делать. Так, чёрное, найти чёрного. Ладно, нам... Я на месте. Вижу тебя. Так, а, ты меня сзади будешь прикрывать? И правда до сих пор что-то чадит.
А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Че такое? Оно пошло в жопу от меня. Столько времени прошло. Что-то может гореть. Че за твари? Впрочем, не важно. Двигай в том направлении. Я прикрываю. Ладно, ладно, как скажешь, женщина. Как мне эту чертову карту открыть? А. Есть какое-то движение. Приготовься. Сейчас пойду поработать. Ёб твою мать. Это страж. Куда они взялись? Ой-ой-ой-ой-ой. Это кто так кричит? Тройка, работаем. Йоу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всё, смотри за камышами. Камыши? Блин, давай, ты же снайпер, лучший снайпер. Работай, женщина. Ух ты, ёлки-палки, кусаются. Да женщина, спасай меня. Так, вроде все почистили. Ты цел? Да я цел, цел. Эй, ты цел там? Да. А не такой уж ты и кролик. Неплохо справляешься, Артём. Так, в критическую аптечку надо там кнопки запоминать. Столько много кнопок назначений. Ёлки-палки, чё за летающая дрянь? Слушайте, да тут... Так, давай влево, там есть обход. Влево это сюда. Черт. Чё? А, у нас фильтр еще кончается, так что надо думать быстрее, куда идти. Ну, я думаю, сюда надо идти. О, фильтры. То, что нужно. О, показывается общим временем, друзья. С фильтры. Это очень здорово, кстати, сделано. Не то, что не количеством, а... Кажется, вижу. Метров 30 от тебя. На 2 часа. Вот же он. Мелковат. Но с виду черный. Ну что же ты? Давай! Чё ты от меня, женщина, хочешь? Я не понимаю. Опа. Хоть... Вот это скорость. Как это он? Чё за... Да, женщина, подожди, мушка, я заблудился. Ой, может сюда. Прыгать умеешь? Умеешь. Да иди. Бери влево, говорит. А, во. Обалдеть. Эй, эй! Прыгай за ним, Артём! Там не обойти! Ты какой прыгающий, ты смотри на него, а? Налево! Чё-то, кстати, это, наверное, какая-то касцена, потому что мой герой как-то медленно ходит, блин. Чёрт! Он прямо над тобой! Осторожнее! Готов! Чё за фигня? Он ожил. Он умер. Может его пристрелить там? Эй. Попался. Чё за... Чё происходит-то? What the fuck? What the fuck? Ракеты, посмотрите. Ой, сколько их там было. А, он нам показывает, наверное, как что и было, и что вообще. Бум. А он спасся. Офигеть, то есть они еще раз долбанули ядерным оружием, да, по ним? А кто такой? Тепленький. Гутен морген. Сука. Гутен морген.
Это нам что, батискаф нас разбил? Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. А вот так вот. В плен нас взяли. Ой, это ж паук там, смотрите, он рядом. Ой-ой-ой, они везде ползают. Фу, посмотрите, сколько их. Он также был доставлен в Рейк. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько можно. Я нормальный. Генетическое уродство. И вообще, я гражданин Ганзы. Ганзы? Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильный, нет, на танкиста похож тот, что справа. Если нет, ты недочеловек, урод! Это произвол! Да стой ты спокойно! Что там у тебя? Так, 318 миллиметров. Че это у него там в руках? Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю, ты мутант! Нет, чего, нет, чего? Пожалуйста. Как так определить? Оу! В мусоропровод! Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Фашисты? Один. Смотрите, слово у них какая-то свастика на руке. Да, они реально каких-то фашистов похожи. Три. Эй. Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Рейх? Но тут нам одновременно попались Рейнджер, Красные и Мутант. Что это такие? Это значит? Говори или получишь пулю. Бери офицера. Ах ты! Режь, режь, режь. Рейх. Ах вы немцы поганые, даже по... После ядерного оружия. Поставь себе. Ты, я так понимаю, выжили. Со Спарты, а я фрицы. С красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно. О, сколько кровища. Дистанционный замок. Я одно знаю. В одиночку отсюда не выбраться. А вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ты хочешь в мусоропровод полезть? Давай. Туалет, на самом деле. В чем его мутация, интересно? Как они вообще что определили? Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Ну окей. А зовут тебя как? Герой. Танкист. Будем называть его пока танкистом, а мне как? Вау, вау. Уху! Пойдем. Да, друзья, пока история впечатляет. Это у них типовое решение для таких. Ух ты, ё-моё. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Офигеть. О. Лифт уедет, дальше двинем. Ой, а людей подвешивают, смотрите. Двинули. Ё-моё. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы, да. Офигеть. Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, 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 так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Или молодежи. Свет не попадаюсь. Да легко. Так. Что дальше? Проскочили. Ну-ка, ну-ка. Решетка. Давай вместе-то. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. И что делать? Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади.
Ну давай подсажу, что не проблема. А меня? Да тут можно с разбегу по стенке так хоп. Эй! Ну, блеск. Давай наверх. О, ты мне лестницу спустил, здорово. Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Сука-мышка. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клишками напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо! Стрелять не экономно. Фюрер что? Считает, что уроды эй. Не заслуживают... Фюрер, да они тут вообще поехавшие. Фюрер. Надо, блин, всех тут перебить. Блин, я застрял в какой-то фигне. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай. Только раньше времени не начинай. Ферштейн, Ферштейн, а чем вы работаю. Можете использовать нож, чтобы оглушить или убивать врага? Окей. Так. А где нож-то? На какую кнопку нож? Привет. Даже не вякнул, гад. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычаг. Он лестницу опускает. Ага, понял, сейчас сделаю. Столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. О, как скажете, ребята. Выкрути лампочку. Лампочку? Что за лампочку? А, вот эту? Выверни лампочку! Не боись, не обожжешься! Так, а ты тут давай выкрути лампочку. О, да ты прям все лампочки. Давай на ту сторону, может там выйдет пожрать. Подняться. Встретимся дай наверху. Чего? Не пуха. Пожрать. О, тихо. Бум. Ну чё, ребята? Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. В караулке. Караулки, пульт, ну окей, окей. Найду караулки, обязательно вас всех выпущу. Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же образ Артюра предлагал в расход. Это же трибунал за сочувствие уродов. Не знаю я. Я смотрю на него. Какие поехавшие немцы, блин. Черные обезьяны сморщенные, вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, чё его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то, ты это... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Ха, так взятка. Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. О, это кто такой? Никого. Так. Ой, ножи метали. Так. Нажмите С, чтобы метнуть нож. Ага, понял. Новая заметка. А, друзья, если вы будете читать... то обязательно посмотрите, почитайте. На паузу поставьте. Что это было? Что такое? Как? Есть. Тихо, тихо. Ты даёшь, парень, как ты его? Да, понравилось, да? Тише, слышно там тоже? Услышат и всё. Глотай газ. Ничего. Да, да, надо по-тихому. Сейчас мы... Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене. Это так. Вызов. Жми. Ага, нажал. Прячемся.
Куда прятаться-то? А мне куда? И чё? О! Вот так вот. Вот так вот. Ха-ха, мне уже начинает нравиться это. Теперь самое веселье будет. А вот, держи. О! У тебя что надо? Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Хе-хе, лады, лады. Прорваться, так прорваться с музыкой. Ты иди низом, а я сверху прикрою, если что. Окей, окей. Минус один. Тихо, тихо. Ну, скажу вам, враги немножко, конечно, может быть, это легкий режим, но... Да как ножи-то метать? Ой, блин. Его подобрать потом нельзя? Не, нельзя. Ладно, где еще был? Друг, тревога, тревога! Какая тревога? Что-то у меня не очень по стелсу, конечно, пошло, как всегда. Я тебя видел, выходи. Нет у вас потерь. Все окей. Так, 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 по мне стреляют. Эй, вы. Сейчас я тебе в голову. В плане шутера тут очень даже ничего, ребят. Да, Call of Duty реально отдыхает. Ну, конечно... Все, сдохни. Все, да умри, умри. Опа, смотрите, что есть. Чё-то там кто-то... Ой, да они тут... Ой, жуть вообще. Так, свет. Рычаг. А, всех выпустил. Да иду, 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 иду. Я там всех выпустил просто. Давай. Хорошо, хорошо, как скажешь. Давай внутрь. Опа. Опять все пропало. Это, видимо, наверное... Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. А, он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Да уж, действительно, парень молодец. Что ж, друзья, на этом мы серию прервем, и в следующей серии будем прорваться дальше. Действительно, игра интересная, захватывающая. Сюжет, по крайней мере, я от того именно этого я ожидал. Вот по сюжету пока именно это ожидал. Игровые моменты пока особо не цепляюсь, но мне интересно. Надеюсь, вам тоже. Ну что ж, друзья, до следующей серии. Всем пока-пока.